Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Я участковый терапевт Костанина Алина Самвеловна. Как вас зовут? Жиркова Ирина Николаевна. Сколько вам лет? 33 года. Ирина Николаевна, как вы себя чувствуете? Хорошо. Мне сейчас будет необходимо провести физикальный осмотр. Вы согласны? Да. Стетофонодоскоп, тонометр с обычной манжетой, тонометр с большой манжетой, спиртовые салфетки, сантиметровая лента. Ногти коротко подстрижены, лака нет, ювелирных украшений нет. Приступаю к гигиенической обработке рук. Садитесь, пожалуйста, поудобнее, облокотитесь на спинку стула. Оценим состояние кожных покровов. Кожные покровы нормальной окраски. Оценим состояние пальцев рук. Пальцы рук не изменены. Пульс ритмичный, с частотой 60 ударов в минуту, удовлетворительное наполнение и напряжение. Частота дыхательных движений 12. Пальцем, пожалуйста, зажмите ноздрю и дышите форсированно. Повторите то же самое, только с другой ноздрю. Разденьтесь, пожалуйста, по пояс, мне необходимо произвести осмотр вашей грудной клетки. Перейдите к манекену с торсом. Грудная клетка правильной формы, деформации нет, втяжения уступчивых мест нет. Обе половины грудной клетки симметрично участвуют в акте дыхания. Дыхание смешанного типа, ритмичное. Оцениваю эластичность грудной клетки. Вам было больно? Нет. При сдавлении грудная клетка безболезненная, эластичная. Произносите, пожалуйста, вслух 33. 33. 33. Повернитесь, пожалуйста, ко мне спиной. 33. 33. Голосовое дрожание не изменено на всей поверхности легких. Поднимите, пожалуйста, руки, сложите в замок и за голову. Повернитесь, пожалуйста, ко мне спиной. Наклонитесь, пожалуйста, вперед. Голову прижмите к груди, а руки скрестите на плечах. При сравнительной перкуссии определяется ясный легочный звук над всей поверхностью легких. Поднимите, пожалуйста, руки, скрестите их в замок и за голову. Повернитесь, пожалуйста, ко мне спиной.
При аускультации над всей поверхностью легких выслушивается визикулярное дыхание, патологических шумов нет. Спасибо, можете одеваться. Мне сейчас будет необходимо измерить вам артериальное давление, и я задам сейчас несколько вопросов. За 30 минут до приема вы курили? Нет. Была ли физическая нагрузка? Нет. Употребляли лекарственные средства, которые могли повысить или понизить давление? Нет. Крепкий кофе? Нет. Был ли прием пищи? Нет. Употребляли ли алкоголь? Нет. Снимите, пожалуйста, вашу верхнюю одежду. Располагайтесь, пожалуйста, удобно. Облокотитесь на спинку стула. Ноги не скрещивайте. Поставьте ступни прямо на пол. Правую руку положите, пожалуйста, на стол, ладонью вверх. Дышите спокойно. Выбираю тонометр с манжетой обычного размера. Тонометр исправен. Для измерения артериального давления перейдите к манекену рука. Пульс исчез на показаниях манометра 120 мм ртутного столба. Произвожу нагнетание воздуха в манжете до показания манометра 150 мм ртутного столба. Артериальное давление 122,82. Перехожу к измерению артериального давления на другой руке. Будем считать, что измерение артериального давления на второй руке произведено. Результат такой же, как при первом измерении. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Спасибо большое, можете одеваться, а я пока подготовлю письменное заключение ваших результатов. Будем считать, что руки обработаны.